смотрим его вместе с разных точек. Говорю, мы имеем в виду и вас, уважаемые телезрители, дуэт комментаторов Юрий Розанов и Василий Соловьев сегодня с вами. Ну что ж, Василий, я думаю, что нам сегодня последнее, чем следует заниматься, это делать прогноз на старте поединка. Да уж, трудно себе представить более равные команды, чем те, которые находятся сейчас на поле. Матч начался. Давайте подождем, чем эпизод закончится, пока непонятно. Какая невнимательность! Соперник должен наказать. Результат борьбы. Мяч отобран у игрока и катится по газу. Вот это мы и называем плотностью игры. Видим мы борьбу. Дальше по бровке. Посмотрим, что принесет этот угловой. И вот он, перехват и возможность уйти в контратаку. Отскакивает мяч от игрока и уходит в аут. Год за годом все чаще и чаще прибегают команды к услугам атлетов, которые заряжают мяч так, что и ногой не всегда добьешь. И делает перед... Никаких проблем у вратаря не было, спокойно забрал мяч в руки. Я не очень ожидал потери мяча, но она случилась. Неточный пас или защита сыграла здорово, а вернее всего и то, и другое. Атаки через пас. Пересекает мяч лицевую линию, уйдя туда от атакующей команды. Конец атаки. Или вернее начало другой со стороны соперника. Из-за боковой поглядим, как команда сумеет выбросить аут. И вот он, пас. Подача в штрафную. Вот так с наскока не получилось. Не может атакующая сторона эти оборонительные редуты преодолеть. Но во всяком случае вот в этой атаке. Рикардо Родригес. А теперь дальше. Пошла передача в штрафную. Справляется вратарь, но есть возможность добить мяч в ворота. И арбитр назначает угловой.
сквозь защиту. И молодец, защитник блокирует этот удар. Классика выполнения подката. Ну а партнер кому отпасует? Не получилось, придется все начинать сначала. Свисток арбитра возвещает об окончании первой половины игры, которая закончилась с ничейным счетом. Пока что динамическое равновесие во встрече. Как ты хорошо выразился по поводу этой равной и скучной игры. Только что замена произошла. Мы уже смотрим, на какой позиции расположился игрок. А теперь будем смотреть, что ему удастся сделать. Практически не поднимая головы. Очень хорошее взаимопонимание. Мяч отправляется в штрафную. Мало того, что неточный пас, еще и есть возможность для контрвыпада. Ничего не придумали. Кончилось дело неточным пасом и перехватом. Передача. И вроде бы разрядил ситуацию. Забирает мяч соперник. Это был шикарный шанс выйти вперед. Ясное дело, новый игрок, это новые силы, это свежесть, это, если угодно, адреналин. Ну, а тактические разработки, это тактические разработки. И теперь посмотрим, ошибется ли соперник. Передача ровно так же. Хорошая передача и улучшается позиция. Ну, забивай. И вот эта передача с фланга, конечно же, защитником должна быть перехвачена. Ну, подкат мы видим. Кому-то может показаться, что передерживает. Только что отобрал и сразу же вроде бы потерял. Принял, ударил, красиво. Отражает эту атаку, но мяч еще в игре. Не получилось ничего в этой атаке. Явное превосходство защитной линии. Никаких фокусов не требовалось. Надежность и концентрация. Очень даже ничего. Ну и забивай. Я бы назвал это и потерей. Варианта обостряющего игрок не нашел. По мнению судьи, игру можно продолжать. Тут давно не забивали. Давно не забивали, а надо. Надо, по крайней мере, некоторым. Так, молодец. И будет борьба в штрафной после этой фланговой передачи. Штанга, играем дальше. Мог отскочить, наверное, и в другом направлении мяч, но улетел куда улетел. За пределы поля. В следующий раз выгонит, а тоже будет прав. Ох, нарвался на желтую.
Но мы знаем прекрасно, когда замена делается, партнеры, как правило, пытаются сразу направить мяч вновь вышедшему, да, потрогать, как говорится. Ожидать, что прям немедленно будет забить гол, я так думаю, что это излишне, но посмотрим. Вовремя вмешалась защита и перехват. Высоко, не слишком ли долго летит мяч? Здесь очень опасно, любой рикошет может привести к голу. Свисток арбитра, и второй тайм завершился, а чаша весов находится, так сказать, в неопределенном положении. Ничья, иначе говоря.